Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Как ты мог настолько ошибиться? Посмотри вокруг. Мы что, за этим сюда пришли? За парой бочек и ящиков? Ну ничего. Это мне урок. Вернусь и перепишу программу. Целус переродится. Ты не согласна? Не веришь мне? Так, давай выберемся сначала отсюда. Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? Почва просела. После толчков. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Изучал, да не доизучал. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Так. Теперь играем за девушку. Надеюсь, ты цел. Нам нужно найти солярочку. Не расслышал. Так, ничего. Взгляни на это. Что это? Отверстие в стене. Такое чувство от пуль. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Ну вот и автомат, который стрелял. Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? От мумии отстреливались. Надеюсь, мы его запустим. Кинг, всем позывным. Меня слышно? Прием. Это что такое? Чё-то не по... А, это бомба, что ли? Ну да. Похоже очень на взрывчаточку. Они вели каталог находок. Где-то. Такое чувство, что даже иракцы не знали про это место. Черт, целая гора фейерверков. Они тут подорвать все хотели. Снести, так скажем. И я, кажется, понимаю, почему. Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Ой, что-то мне кажется, плохая идея включать генератор, который шуметь будет. Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Ты опять решил завести эту пластинку? Херово, что так произошло, но... С этим ничего не поделаешь. Хочешь совет? Смирись. Я смирился. Но это ты тогда была за рулем. Возьми себя в руки. Черт.
Посвети на бак. Так, давай быстрее. Мы спалились. О, черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку. Наверняка тут что-то есть. Изолента. А там этот хмырь уже стоит, не наблюдает. Жалею, что не запросил поддержку. О, мысли мои читаешь. Так, проклятие Аккада. Алин Журно. Ученые считают проклятие Аккада выдумкой поучительной истории, призванной заставить шумеров стойко переносить голод, превратности судьбы и капризы богов. Однако обнаружение этого великого храма дает повод полагать, что легенда о проклятии есть, в легенде о проклятии есть доля правды. Храм должен был задобрить богов. Так, согласно сказаниям, бог Энелиль обращается против царя Аккада Нарам-Сина. Поначалу царь кается и молит богов дать ему знак, но спустя 7 лет божественного молчания решает привлечь их к ответу. Он собирает армию и выдвигается в город Нипур, чтобы разграбить храм Энлиля. А богохульство это настолько велико, что Энлиль, владыка ветер, призывает богов на борьбу с Нарам-Сином и отправляет гутиев сравнять Аккад с землей, сжечь его сельскохозяйственные угодья и обречь людей на голод. Нет никаких исторических свидетельств тому, что Нарам-Син разрушил храм Энлиля, однако наши находки говорят о том, что проклятие имеет над собой реальную основу. Царь Нарам-Син построил это здание во славу богов. Многие из наших находок изображают царя, умоляющего небеса вернуть богов в духовную жизнь своего народа. То, что этот храм был затерян, указывает на то, что проклятие снять не удалось. Ага. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. О, изоленточка. Давай, хватай, пошли. И чё? Ну, изолента, я вижу. Я нашла скотч. Попробуем запустить генератор. Так, а где он? Где генератор? Вот такую он. Такую громадину должны были найти давным-давно. То, что ты заклеиваешь-то на мокрую, ну сухую надо. Не заклеится же. Готово? Готово. У нас есть цель. Наши личные проблемы не должны нас отвлекать. Блин, спасибо за совет. Нельзя, чтобы семейные проблемы все испортили. Сосредоточься на деле. Не бойся, я знаю, что делаю. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Ну вот, тут еще предохранители какие-нибудь нужны. Сдохли. Свечи. А можешь не показывать свой характер? Я работаю. Почему мы расстались? Ой, опять начинается. Не оставил мне особого выбора. Я был неправ.
Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Больше похоже на отмазку, а не на извинение. Это правда, вот и все. Херня! Ты даже не знал, заработает ли Целус. Рейч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда... Начинается. Мы оба наломали дров, но... Сейчас... Все куда проще. Это в прошлом, Эрик. Предлагаю забыть об этом и думать о будущем. Иначе будем просто топтаться на месте. Да, с радостью. А как без свечей-то зажгли, а? Оба, на пленочка есть у нас, теперь можно послушать ее. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Посмотрим все. Давай перелезем. Не с ним. Лучше в обход. Так, и чё? Напрямую. Давай напрямую. Мы пойдем за тобой. Успел нажать-то. Или не успел. Идем. Интересно, как там остальные. Так, изучить магнитофончик нужно, да? Там одни воюют прям по-жесткому. С демоном. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Так, убираем стаканчики, нам нужна бумажка. Так, 14 октября 1946 год. Так, Рэндальф, я надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Наш путь к месту раскопок затянулся. Мы оставили часть тяжелого оборудования в Саране, поскольку Пульман смог нанять лишь половину от необходимого числа людей и мулов. Рабочие отказались идти в горы, они суеверны и боятся, что их тела что их телами завладеют демоны. Они даже отказались от дополнительной оплаты в 2 динара каждому. Мы оставили с проводником второй генератор и запасное радио. До вас должны добраться 18 числа. Искренне твоя, Алин Журно. Так, все.
Так, где магнитофончик? Давай его включим. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправим. Когда ты сняла кольцо? А что насчет тебя? Вот. Рядом с сердцем. Ой, блядь, начинается. В тот день, когда ушла. Не оглядываясь. Да все, чувак, отвали. У нас закончилось все с тобой. Я помню, что оно для меня значит. Но может, уже поздно. Вот. Точку. Так, кстати, нежность нам была хорошо вместе. Так, мрачность. Правду скажем. У меня другой. Ой. И птички полетели. Камни этого храма пропитаны кровью. Мы выступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Ой, еще вас не хватало. Я убил их. Что за херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно? Блядь! Отпустите. Да бросьте его! Оставьте меня! Во, как в фильме. Отпустим его, не спасем Рэйчел. Оставьте меня! Ну! Я их убью! Блять, Мёрвин! Это не иракцы! Да похуй кто! Они мои! Живо! Так, давайте, бросаем его. Или бросим его, или все умрем. Ну, валите. Тем более он сам не против. Задай им. Им пиздец. Эй, крошка. Ну там вариантов не было просто.